При проведении совместной операции сотрудники Ярославской и Сочинской полиции задержали 20-летнего молодого человека, скрывшегося от исполнения наказания в виде исправительных работ. Мужчина проживал у своего знакомого в одном из гаражей города Сочи, перестроенном в жилую постройку. В гараже полицейские обнаружили несколько мобильных телефонов и сим-карт. Все это было изъято и направлено на исследование. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу и в ближайшее время будет этапирован инициатору розыска. Уже установлена его причастность к совершению 6 фактов мошенничеств, совершенных в Ярославле. Проводится аналогичная работа по установлению причастности к совершению аналогичных преступлений на территории других регионов Российской Федерации.